сегодня на этой интересной выставке в Минске нашли тех, кто смотрит мою... Да? Вдруг кто-то надоумил вас смотреть меня? Нет, это я совершенно случайно. Случайно? Да. Обычно. Натолкнулась и с удовольствием каждый раз прослушиваю все ваши ролики, которые очень полезны для меня. Я получаю эффекты и очень благодарна вам за то, что вы... Я рекламирую здоровье, господа. Да. И если вы хотите быть здоровым, тогда, как все мои подписчики, не просто слушают, а еще и делают. Поэтому не забывайте, мы всегда начинаем с венозного уголка, область шеи, подключаем таким образом лимфу головы. Говорят, голова есть, а лимфы в ней нет. Это ошибочное мнение. И тогда у нас тело начинает процесс саморегуляции, самый великий процесс, который все сам знает, что сделать. Поэтому будьте здоровы с лимфатическим самомассажем. Завтра будет лекция. Да. А завтра здесь, в Минске, один день, у нас семинар в медучилище на Козинца. На Козинца в медучилище с 10 мы. До вечера будем проводить, как раз разбирать вопросы самопомощи своему делу. Приглашаю вас. Не знаю, я вот делаю все подряд, чтобы это... Нет, надо делать систему. Это через Инстаграм у вас, да? Ютуб, Инстаграм, да-да-да. Отдай. Только забрала, вас больше нету, давай сейчас. Я вас и спросила, вы двое или нет? Нет, мы двое, но мы с ней. Вот, мои дорогие пациенты, мы с вами можем проверить свой мозг, измеряя электроэнцефалографом. И вот тогда нам будет оценка, когда пациенты с любой болезнью, они всегда имеют какие-то нарушения. Вот у нас сверхмедленная активность мозга, да, может быть, которые приведут к нарушению регуляции процессов в организме. Диагностируйте своевременно свой мозговой кровоток. Проблема восстановления крови в данный момент, да и всегда была крайне актуальной. Или свою жилу запускать, убирая дискинезию желчеводящего пути, или пытаться все это привести в состояние активного движения, чтобы не мешали капли жира, что сейчас даже в микроскопе видно, и определяется по увеличению концентрации холестерина в крови. Убираем застой желчи, господа, чтобы этой проблемы не было. Слава народу во все века!